Впервые за последние 20 лет Даугавпилс посетил представитель дипломатического корпуса Ирландии. Визит в город чрезвычайного полномочного посла Ирландской республики в Латвии Айдена Кирвана начался 25 сентября. С посещения Даугавпилсского университета и Даугавпилсской крепости, где он принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 110-летнему юбилею Марка Ротка. А в четверг дипломат встретился с председателем самоуправления Янисом Лачбритисом. «Я благодарен вашему самоуправлению за приглашение посетить город Даугавпилс. До вчерашнего дня я о нем ничего не знал, в отличие от моих земляков, художников из Ирландии, картины которых я увидел в выставочных залах центра Марка Ротка», сказал в своей приветственной речи Айден Кирван. В свою очередь глава муниципалитета отметил, что визит посла Ирландии в наш город станет хорошим стартом для начала двухстороннего сотрудничества. Необходимость строительства в регионе международного аэропорта стала одной из тем обсуждения председателя городской думы с дипломатом. Как известно, сегодня в реализации этого проекта взята пауза, поскольку программа развития региональных аэропортов не будет являться приоритетным направлением национального плана развития Латвии в последующие 7 лет. Рассчитывать на финансовую поддержку государства не приходится, поэтому нужно искать другие варианты. Мы будем рады, если наши друзья узнают об этой проблеме. Возможно, их мнение о необходимости развития регионального аэропорта в Латгалии совпадет с нашим, и в этом случае не исключено, что они помогут нам в решении этого вопроса. Айден Кирван также считает, что аэропорт региону необходим. Вы совершенно правы, региону действительно нужен аэропорт международного уровня. И я надеюсь, что мы вернемся к этому разговору, поскольку у Ирландии имеется большой опыт работы в этой области. В заключении встречи Айден Кирван признался, что покорен природой нашего края и будет рекомендовать своим знакомым посетить эти великолепные места. На память о Даугавпилсе мэр города преподнес дипломату небольшой презент. В свою очередь Айден Кирван подарил Янису Лачбритису не совсем обычный сувенир – галстук зеленого цвета.